смотрите в программе «Не факт». Могла ли Москва создать ядерное оружие раньше, чем Лондон и Вашингтон? Почему Сталин боялся, что главный конструктор может не долететь до места назначения? Действительно ли наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции были готовы напасть на СССР сразу после окончания Второй мировой войны? «Не факт». В субботу в 11:55.